На пятиэтажке был значок Е. А вот на этом доме посовременнее просто низкий. А как назывался Е, я не помню. Вот дом стоит с Е, но отсюда вряд ли прочтем. Не могу я прочесть, потому что на экране на большом, а на маленьком не читается. Сейчас вспомним, что значит Е. Пониженный. Здесь пониженный, а F это низкий. Вот оно как. А F низкий. Ну, дома разные. Этот блочный такой, но тот тоже блочный. Ну, в общем, всех нас перенумеровали. Как в том мультфильме. Он и тебя посчитал. Интересно на современном доме посмотреть. Но на тех, по-моему, нет. Я не вижу.